Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Миол. Код товара 58115. Набор состоит из 72 предметов. Считается он полупрофессиональный, хотя по качеству инструмент отличный и имеет массу положительных отзывов от людей, которые его использовали. Компания Миол — это компания из Харькова, украинская компания. Но завод по производству инструментов у них находится в Китае. Это даже указано на упаковке самого набора. Что еще важное на упаковке у нас указывают? Высшая проба знак, то есть инструмент качественный и есть награда даже. Далее комплектация набора. С обратной стороны, здесь в картинках показано, что в наборе, чем набор комплектуется. Так, в наборе идут два рабочих квадрата и, соответственно, две трещотки. Трещотка под квадрат 1,2, длина 250 мм. Она с небольшим изгибом, что, кстати, очень удобно, чем прямая трещотка. Трещотки в наборе на 72 зуба, мелкий шаг. Имеют быстрый сброс головки и имеют реверс переключения. Рукоятки комбинированные, пластик, резина. То есть вот такие вот рыжие накладки по бокам, а это резина. Черный — это пластик. Надпись Миол инструмент и надпись хром ванадий. Это хром ванадиевая сталь, материал затовления. Трещотка под квадрат 1,4. Также имеет комбинированную ручку, но она идет прямая. Длина трещотки 125 мм. 72 зуба, мелкий шаг. Имеет реверс и быстрый сброс головки. Вот такая рукоятка отверточная. Она применяется или с головками под квадрат 1,4. Или можете применять с битами. Вот в наборе идет целый отсек. Здесь биты у нас идут в специальных кейсах отдельно. То есть вынимаются, можно использовать отдельно. Вот такой переходник подсоединяете. И можете использовать биты из набора. Также имеется квадрат присоединительный. Можно использовать трещотку. И получаем реверсивную отвертку. Отвертку с реверсом. Также можно использовать вот такой вот удлинитель, удлинять саму конструкцию, если там где-то труднодоступные места. Сама рукоятка, она полностью из пластика. Также есть надпись Миол. Длина рукоятки составляет 150 мм. Кардан. Кардан под квадрат 1,2 для труднодоступных мест. Он соединен у нас с металлическими штифтами, но здесь все очень аккуратно сделано, поэтому я думаю, что и большие нагрузки он выдержит. Кардана под квадрат 1,4 в наборе нет, только под квадрат 1,2. Два удлинителя под квадрат 1,2, 250 и 125 мм. Удлинитель 250 мм применяем также с таким переходником. Получаем Т-образный вороток, которым докручиваем гайки или срываем, но ни в коем случае не трещоткой дожимаем. Также этот переходник используется с квадрата 3 восьмых на 1 вторую, если у кого-то есть дополнительная трещотка на 3 восьмых, чтобы можно было использовать с головками из набора. Под квадрат 1,4 идет один удлинитель, 100 мм длина. Свечная головка. В наборе идет одна свечная головка на 21 мм. Головка имеет резиновую вставку, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Набор бит я уже показывал, они здесь у нас в боксах отдельно находятся, вот можно вынимать. Есть биты торкс, есть шестигранные, крестовые, то есть большой выбор под все практические профили. Далее, головки. В наборе идут 26 головок, профиль шестигранный, самая маленькая головка 4 мм. И самая большая 27 мм. Головки 32 мм, в наборе нет. Самая большая 27. Здесь на головке у нас надпись «Хром ванадий», материал изготовления, и 27 мм. Так, по комплектации все рассказал, чего нет в наборе. Нет длинных головок, если кому нужны. Здесь их нет, здесь только шестигранные, короткие. Нет набора ключей комбинированных, надо покупать отдельно. Нет головок торс. То есть здесь набор по минимальному собрано, что самое необходимое вам нужно будет при там, обслуживании автомобиля. Весь инструмент покрыт серебристым защитным слоем, то есть
Более напоминаю, что он отполирован, скорее всего. Он очень приятный на ощупь. То есть и не глянцевый, и не матовый, что-то, нечто среднее. По кейсу. Кейс состоит из двух частей. Черного цвета, скреплен такой широкой металлической, это широкой пластиковой зависой. Запирание кейса на горизонтальные замки. Кстати, замки горизонтальные намного удобнее, чем запирание обычное вертикальное. По габаритам самого кейса. Кейс очень компактный. Длина его составляет 31 см, ширина 37 см. Высота 8,5 см. Вес самого набора составляет 4,7 кг. По кейсу, кейс в наборах Mule, и не только в этом, очень качественный и очень хорошо подогнаны все элементы кейса. Пластик пружинит, но он средней жесткости. На логотип Mule на верхней крышке, как вы видите, и узор такой вот ребристый, тоже очень придает. Ну, набор вообще, кейс самого набора очень красивый. Запирание на горизонтальные замки. Вот такие. Они более живучие, чем вертикальные. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. Ставьте лайки, кому это видео помогло с выбором или понравилось. Или оставляйте свой комментарий под видео. Спасибо. До свидания.